Всем привет, это Team Rizum. В прошлых туториалах мы научились Jobs Out, Monster Ball. Сегодня я буду учить вас Slide Kick. И в конце туториала мы свяжем это все в очень крутую связку. Этот элемент мы делим также на три части. Опускание, мах и подъем. Так как я делаю все элементы в левую сторону, и этот элемент я тоже буду выполнять в эту же сторону, я опускаюсь на левую долю и опираюсь на левую руку. Упор на внешнюю сторону голени, а не на колено. Обратите внимание на то, что я не касаюсь бедром пола и колено согнуто на 90 градусов. Вторая часть. Максимальный мах свободной ногой. В тот момент, когда мах доходит до максимума, мы выталкиваемся голенью и рукой наверх. Сели, махнули, выдохнулись. Осталось сделать связку и все. Спасибо, что дотерпели до третьего туториала. Надеюсь, у вас получилась эта замечательная связка, которую мы сегодня вам показали. Также оставляйте свои комментарии и отзывы. Очень хочется узнать, что дальше нам снимать или вообще стоит ли нам снимать дальше. И всем спасибо, пока! Блять.